творческом центре «Родина» аншлаг. Десятки кузнечан собрались в зрительном зале с одной целью – насладиться игрой известных российских актеров. Что мы ожидаем? Ну, хорошей игры актеров, замечательное настроение, ну и, наверное, ожидание какого-то сюрприза. Вот я ожидаю чуда. Какого-нибудь чуда. Пусть даже маленького. Ну, чтобы оно сегодня случилось. Сюжет спектакля разворачивается в обычной квартире, в то время как муж в командировке, жена решила немного отдохнуть от семейной рутины и пригласила к себе любовника. Но в разгар потех внезапно вернулся муж. Сюжет кажется совершенно знакомым, но зрителям открылось что-то новое. В первую очередь, благодаря умопомрачительной игре актеров. Удивительная публика в вашем городе. И как-то так по-доброму встречают, я вижу, улыбаются и даже смеются. Поэтому мне кажется, очень хорошо. Когда мужа нет дома, не единственная творческая работа Елены Кориковой. За плечами известной актрисы десятки музыкальных клипов, сериалов, спектаклей и фильмов. В каждую свою роль Елена старается вложить частичку себя и внушить зрителю, что на сцене не та самая Корикова, а соседка по имени Жанна. Корикова поделилась с нашей съемочной группой творческими планами на будущее. Совсем скоро актриса порадует нас необычной для ее амплуа ролью. Скоро выйдет фильм с необычной историей про женщин из колонии. Вот такого я, наверное, еще не играла. Поэтому... И какие у вас ощущения, когда вы в этой роли были? Ну, потом все это предоставится на зрительский суд. Ощущения были разные, потому что мы снимали настоящие колонии строгого режима. Это, конечно, мало все это приятно, но, тем не менее, есть такой опыт. И я очень надеюсь, что фильм получится хороший. Творческая труппа Московского независимого театра пробыла в нашем городе всего лишь один вечер. Но за это короткое время талантливые актеры смогли покорить сердца кузнецких зрителей. Анна Захарова, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день».